И всем привет, с вами Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я вам покажу, как установить моды на Steam версию GTA San Andreas. Сегодня я вам покажу, как установить дом, как установить в него Клео 4, для чего нужен Осилодер и как вообще все это устанавливается. Для этого нам понадобится сначала подпишитесь на мой ВК, ссылка вот здесь, вот Алекс Навасов, и вы можете туда подписаться. Итак, сегодня я вам расскажу, как установить это все в GTA San Andreas Steam версию. Только на Steam версию, на пиратках такого не бывает. Итак, первое, что нам нужно, это Клео Library. Клео 4 скачивайте для GTA San Andreas. Это версия 4. Не надо третью версию устанавливать. Устанавливайте четвертую версию. Здесь есть Клео для GTA 3, GTA Vice City, но нам надо для San Andreas. Установили. Все. Дальше. Для этого вам понадобится сайт Game Modding. Ищите здесь русификатор и русскоязычный шрифт для Doom 8.1. Doom 8.1 скачивайте где хотите. LibertyCity.ru. Где хотите, скачивайте Doom, устанавливайте его. И именно этот русификатор вам нужен. Для чего он нужен? Он меняет вашу игру на русский язык. Вы просто будете играть на русском языке. И просто, если вы устанавливаете просто Doom 8.1 без русификатора или с другим русификатором, у вас будет или английская версия, или не на понятном каком-то языке. Чтобы был правильный язык, именно вот берете вот эту вот ссылку, вот, я не знаю, там как-нибудь скопируйте, или напишите, вот я пока что не переключаюсь, вот запомните этот сайт, перейдите в него, и вот здесь русификатор и русскоязычный шрифт. Здесь полный русский язык, полный, просто вот здесь даже на картинках, на скринах есть все. Автоустановка, то есть вам не надо это все будет вручную закидывать. Вы можете вручную это все закинуть, но есть автоустановка. Все правильно установится, у вас не будет ничего лагать. Дальше, вот здесь вот можно скачать уже, все, спасибо за скачивание, я уже скачал. Так, теперь мы переносимся немного в другое место. Мы переносимся в папку Steam. Не в папку Steam, а в папку Steam игры. Вот такая у меня папка, то есть это официальный Steam, официальная папка Steam. Как найти эту папку, кто не знает? Открываем Steam, здесь нажимаем на GTA San Andreas свойства, дальше открываем локальные файлы, и здесь выбираем просмотреть локальные файлы. Вы переноситесь в папку игры. То есть у меня nSteam, Steam Maps, Common и GTA San Andreas. Чтобы это все скопировать, нажимаете просто на эту строку, и у вас появляется, вы можете ее скопировать, Ctrl-C, Ctrl-V. Все, это все понятно. Еще, если у вас что-то не пойдет, будет лагать GTA, вы просто нажимаете свойства, локальные файлы, и здесь можно проверить цельность файлов. И вы можете просто, если вы просто удалите все, все, что не нужно, и у вас что-то пропадет, например, Warbis файл пропадет, и вы не сможете зайти в игру, у вас будет выдавать ошибку. Вы просто берете цельность файлов, проверяете, у вас просто Warbis файл опять закачивается. Но перед тем, как он закачался, если вы хотите, чтобы он переустановился, вы просто должны удалить этот файл. И Steam его сам перегрузит. То есть, если вы заменили, у вас будет ошибка, и вы попытаетесь как-то восстановить, то у вас не получится. Потому что для, чтобы это все восстановилось, надо сначала удалить этот файл, чтобы нормальный файл закачался. Вроде все понятно. Итак, мы перешли в эту папку. Что надо делать? Итак, для этого нам понадобится, ну, я уже все приготовил, нам надо Клео 4. Клео 4 вот с автоустановкой, вот она. Этот файл вы скачиваете, Клео 4. Дальше, вам нужен будет Осилодер. Вот такой вот Осилодер. Но сначала, перед тем, как это все устанавливать, вы открываете патч. Патч, где взять патч? Патч, если этот русификатор, это этот, то специально есть патч для GTA San Andreas Steam. Ищите русификатор для... не русификатор, а патч для Стима. Есть специальный патч, который откатывает вашу версию до первой версии или до американской версии GTA San Andreas. Специально не для Стима. Не думайте, что у вас будет сразу пиратка. Нет, это специальный патч, который откатывает вашу игру, и вы сможете добавлять моды.
Патч, который дает вам Steam, он отключает возможность добавления модов в игру. Если вы устанавливаете этот патч, то патч дает вам установку Cleo 4, Oscilloader и так далее, и ошибок не будет. Устанавливайте. Здесь есть автоустановка, вы можете скачать патч другой, если вам надо будет. Все ссылки будут в описании, или нет, я не знаю. Не добавлял. Cleo 4, это специальный Cleo 4, еще один Cleo 4. Если вам не понравится тот с автоустановкой, вы можете скачать Cleo 4 другой. Это с libertycity.ru вы можете скачать, вот даже рекламу тут немного. Так, дальше, есть Cleo 4. Вот я вам сейчас с этим Cleo 4 вам расскажу. Нажимаете «Запустить». Здесь нажимаете «Да». Дальше, русский язык, да. Cleo 4.3. Вы можете все почитать, но я не буду его терять на это время. Далее. Здесь, вот именно вот здесь, вот когда вам вот это вот все понадобится, вы можете нажать обзор и искать игру самостоятельно. Или же вы можете в локальных файлах перейти в эти локальные файлы и просто перенести сюда, нажать эту штуку Ctrl-C или просто копировать как-нибудь. И все. Вы, ну, просто этот файл вы копируете, когда вы скопируете его, просто переносите здесь обратно сюда, Ctrl-V, вы это все скопировали, все, у вас файл готов. То есть вы полную вашу корневую папку указали, все, нажимаете «Далее». Здесь вы выбираете, что вы хотите скачать, файлы, но вообще это надо все. Здесь есть инсталляция, полная инсталляция, которая устанавливает вам все. Нет, тут тулбаров нету. Вот с автоустановкой... Да, там есть тулбары всякие вот это. В гейммодинге есть тулбары. Амиго, там всякие другие. Там нужно убирать галочки. Смотрите внимательнее, когда будете устанавливать, если вы с автоустановкой будете. Это тоже автоустановка, но это с официального сайта. Именно с сайта Cleo Library. Вот этот вот файл именно с Cleo Library. Тут тулбаров никаких нету. Амиго здесь нету. Все нормально, все круто. Ссылка вот она. CleoLi.ru. Все. Дальше. Когда вы это все сделали, вот тут полная инсталляция и custom installation. Я беру custom installation, потому что там немного покруче версии. Не знаю, как вам объяснить, но в общем это покруче. Нажимаете «Далее», устанавливаете. Я это показывать не буду, потому что Cleo у меня уже установлен. Но могу вам показать, что вам надо будет нажать здесь. Вам тут проверка дается ваших, то, что вы ввели, то, что вам будет устанавливаться. Нажимаете «Установить», у вас идет установка. И после этого у вас появится Cleo. И будет у вас, я отключу пока что, и будет у вас точно как у меня, вот все эти файлы. Oscilloader, именно вот с автоустановкой, Oscilloader. Как работает Oscilloader, сейчас покажу. Открываете, да, вот у вас попадается вот такая вот, файл открывается с Oscilloader. Итак, вы выбираете опять корневую вашу папку с GTA San Andreas. Дальше. Здесь нажимаете «Установить», здесь у вас появляются тулбары. Отключаете, ну то есть смотрите, здесь вот будут галочки вот так вот стоять просто, ну ладно, вот так вот покажу. Будут стоять у вас такие галочки. Здесь откроется окно, будут всякие тулбары, установить Amiga, там Яндекс браузер, там типа того, такие штуки. Вы просто убираете на них галочки, на всех убираете галочки, потому что это вирусы, это качать не надо. Ну в общем, так вот все это качаете, и думаю, это все... Круто будет без галочек. Все, вы это установите, и будет все нормально, без вирусов, и все будет работать круто. Все. То есть автоустановка, все в вашу директорию игры установится, если вы укажете правильную корневую папку. Это не для пираток именно. Для пираток все попроще, патч там не нужен. В пиратках патч уже есть, и вам просто надо будет закачать это все. И последний файл, это Doom 8.1. Я буду пользоваться в Doom 8.1, потому что это самая новая версия, там все обновлено, и для этого нужен специальный русификатор, который я вам показывал здесь. Русификатор вы можете скачать вот здесь вот, не на эту ссылку нажимаете, а это вирусная ссылка, это неправильный этот, это light браузер какой-то. Вы ниже вот этот вот скачиваете, вот этот вот файл, вот, который с мегабайтами 2,64 мегабайт. Ищите именно такой файл. То есть не надо искать какой-то другой файл, вы скачиваете именно такой файл для русификатора. То есть нажимаете «Скачать» и ждете здесь 30 секунд. Вроде все понятно. Дальше нажимаете «Скачать», устанавливаете себе это все Doom и типа того. Так, здесь вы перенеслись в эту папку. Сейчас еще раз покажу. Вот она, эта папка. Переноситесь в папку. Здесь какие-то файлы. Вы не понимаете, куда их кидать. Или сюда надо вам кидать. Но это вряд ли.
потому что здесь непонятно, куда кидать. Нет, вам надо перенести ваши документы и перейти в папку GTA San Andreas User File. Это файлы вашей учетной записи. Здесь вы, у вас есть всякие галереи, у вас будет всякие, возможно, SAMP, User Tracks у вас точно будет. У вас не будет Cleo SDK. Ну, Cleo SDK, это я скачивал SDK, чтобы создавать моды. В общем, кому это надо будет, потом я ссылку с кому-нибудь скину. В общем, вот. И сюда вы переносите вот эти вот, выделяете прямо эти три файла. Вот эти остальные не надо, это Redmi, их не надо переносить в игру. Потому что они вообще-то не нужны. Просто берете и переносите вот эти три файла, три папки, именно сюда. Дальше. Если вот у меня нет файла с русификатором, ну, не покажу я вам русификатор, но русификатор будет такой. Там просто будет папка mpack, и в mpack просто вот так вот mp5, и тут будет типа вот именно вот этот вот файл, текст gxt. Будет только он один. Не будет вот этих трех файлов, будет только текст gxt. Текст gxt, да. Итак, что с ним делать? Вот вы перенеслись, у вас есть только вот этот вот файл. Например, у вас будет какой-нибудь zip формата, когда вы скачаете. Здесь нажимаете вот этот mpack, то есть не надо переносить этот файл полностью, потому что у вас Doom не будет работать, если вы хотите русскую версию без всяких коряк и полностью русский, не на английском не английскую версию, ни какую-то с корякскими шрифтами. Вам не нужно никакие менять шрифты в игре, это не нужно, это меняется здесь. Если вы хотите поменять шрифт для этого, для именно Doom, то вы просто берете и здесь просто в mpack переходите. Переходите сюда, и здесь вы вот, выбираете прям этот файл. Вот, заходите в mpack. Не надо здесь ничего, вот он. Текст gtx. Просто его берете, переносите, и все. Вот он здесь. Раз и два. Переносите, и все, у вас полностью будет русское. Если вы переносите просто этот файл, у вас просто будет этот файл, то у вас не будет работать. То есть вы просто берете, нажимаете вот сюда, выделяете этот файл и переносите его в GTA San Andreas User Files. Его прямо берете и перекидываете в этот mpack, сюда перекидываете. И вы заходите в mpack 5 и перекидываете сюда тоже. И у вас будет полностью русская. Папку перекидывать саму не надо. Все. Здесь я вам все объяснил. Еще есть такая проблема у некоторых. У некоторых есть такая проблема, что в Steam не русская GTA San Andreas и неправильное расширение экрана. Если у вас расширение экрана 4.3, то вам этот пак не надо скачивать. Есть специальный патч для этого. Но я это показывать не буду, я просто расскажу. Кому будет интересно, вы сами потом поищите, все ссылки будут в описании. Если у вас монитор 16.9 и у вас GTA San Andreas какая-то расплющенная, получается растянутая какая-то, непонятная какая, и вы, ну, вам, ну, короче, поиграть не получается у вас, вы скачиваете именно Full HD текстуры. Специально для Steam выпустили специальный патч Full HD. Он добавляет вам в игру разрешение Full HD, то есть 1920 там на сколько это там, сколько вам надо, на 1080. Все, вы скачиваете, там есть другие расширения, то есть у вас просто игра добавляет этот патч, который вы скачаете. У вас этот патч добавит вам дополнительное расширение, то есть вы сможете выбрать и нормально играть. Также можно использовать разные текстурки для, ну, чтобы у вас игра нормальная была, полная. Все, здесь я с Doom вам все решил. Дальше, вот когда вы все это установите, установите вот этот патч для GTA San Andreas, Steam-овская версия, вы ищете именно его. Вот, я не знаю, как вам показать, у меня пока что этого нету. Вы ищете этот патч, я не знаю, забейте даже в поисковике прям вообще, вот это вот 21.89,
То есть 2 и 6. Так, 2, 1, 8, 9, 6. Патч для GTA San Andreas Steam. Все. 28 из 9, 6. Вот это вот все вбиваете. Вводите и скачиваете нормальный патч. Устанавливаете его в корневую папку игры. И у вас будут работать моды. Я не знаю, как вам объяснить. Потому что иногда тоже, я вот сейчас вам объясняю. Через какое-то время, например, я не буду играть в GTA San Andreas, например, несколько месяцев не захожу. Потом захожу, ну, например, переустановил игру и не помню, что устанавливать. Какие Клео 4, какие Ассилуадеры. Вот в этом видеоролике я вам показал, что именно надо установить, чтобы работали моды. Если вы хотите Doom загрузить, вы грузите так, как я сказал. То есть Doom выбираете и перекачиваете это в юзер файлы. Клео, это вы выбираете или этот Клео, или вот этот Клео, или этот Клео. Но для Клео, чтобы было там, потому что просит Клео.оси, именно оси там будет файл. Я вам даже сейчас покажу, какой это файл будет. У вас будет вот такой вот файл, вот он, Клео.оси. Вот вы этот Клео.оси, вы вот как его получить? Без оси лоадера, без вот этого вот оси лоадера, у вас Клео не будет работать, а значит и Doom, и ваши моды работать не будут. Вот так вот. То есть для установки, если Doom просит только Клео 4, то не забывайте, что для Клео 4 нужен осилодер. Вы сначала, когда вы перед тем, как скачать какой-то мод, вы или вообще, когда вы только переустановили игру, сначала скачиваете вы патч. Сначала скачиваете патч, потом вы скачиваете осилодер, потом вы скачиваете Клео 4, и потом скачиваете уже ваши моды. Вот так вот. И у вас все будет работать нормально. Вот, вроде я все вам разъяснил. Извиняюсь, что так мало вам показал всего разного, но я думаю, все будет понятно. Русификаторы, фонты не заменять. Если вы вот скачиваете какой-то файл там DOM, например, русификатор там. Там есть такие, типа, замените фонты, типа, там, чтобы шрифт поменять. Не меняйте, это вам изменит ваши эти... Шрифт, ваш шрифт изменит на какой-то коряченный или английский шрифт. Коряченный. Вот просто будут какие-то непонятные буквы. Вы шрифт сам не меняете в фонтах. Некоторые люди, вот там... Говорят, поменяйте шрифт. Они заходят в корневую папку игры и меняют вот эти два файла Data и Models. Ой, извиняюсь, не туда. Вот этот вот, Models. Они заходят в Models и меняют вот эти вот файлы. Этого делать не надо. Этого делать не надо. Если у вас там стоит именно то, что вам надо, то есть то, что не надо менять, то вы это не меняете. Не надо менять. Надо менять только в этой папке. Вы, если вам надо шрифт поменять именно в доме, то вы меняете именно в доме. Именно в юзер файле. Ни в каких дата и моделях менять ничего не надо. Это просто будет крашить вашу игру. У вас она будет крашиться, ломаться, вам придется переустанавливать просто игру. Этого делать не надо. Это просто это... Это глупо, ребята. Ну а если у вас английский шрифт в GTA San Andreas, то просто автоустановка, скачивайте шрифт, специальный русский шрифт, русский прям, русский шрифт для GTA San Andreas с автоустановкой. И автоустановкой уже устанавливаете правильно, и у вас будет русская GTA San Andreas. Извиняюсь, саму GTA San Andreas я вам не покажу, но поверьте, это все работает, и лучше послушайте меня. Ну, во всяком случае, попробуйте это скачать, то, что я вам сказал. Ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.